Всем привет еще раз. Теперь я воду набираю и вспомнил за один нюанс. Мы с уважаемым Сагитариусом общались, и он мне говорил, что вот это криптокарина парва. Нет, смотри. Вот те отростки, которые были на акваферме маленькие, вот отсюда. Это криптокарина Невеля. Ну, по крайней мере, мне ее продали как криптокарину Невеля. А точнее, даже не продали. Я покупал Анубиас Габонский, и он загнулся. А вот это было в подарок. И вот она сейчас в абикусе просто вот отлично себя чувствует, растет красиво. Такая себе парва, но огромная. Но это Невеля. Вот так вот. Вот. Теперь, наверное, точно все. Опубликую это отдельным видео. Вот, водичка набирается. Температура 25 градусов. Кстати, тут 24,8. Не знаю, какой из них правильно показывает, но этот еще не касается воды, этот в воде. Скорее всего, вот этот правильный, потому что все-таки у него щуп в воде. В общем, ребята, вот так. Вспомнил, сделал спонтанно видео. Сейчас я уже добавил удобрение. Видите, водичка желтенькая, потому что это макро и железо. Я вылил вот сюда. Железо всегда подаю на Монте-Карло. Заметил, что ей нравится. Вот такое коротенькое видео. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.